Не путай меня. Вы путаете, поэтому я тоже путаюсь. На середину. Я смотрю, бойцы особо не нервничают. Тут я больше, наверное, нервничаю. Переживаю за каждого. Правила так же, как вы, наверное. Смотрим. Где судей нету, время не ограничено. Может очень долго драться. По углам. Слушаем мою команду. Готов? Готов? Готов. Бой! Давай! Ленин готов! Ленин готов! Руки вверх! Выше держи руки! Ленин туда! Крыс, крыс! Надо работать, надо в партии работать. Готовы? Глаза вымойте. Глаза тоже протрите. Глаза протрите. Если здесь идет поединок, я не останавливаю, потому что здесь он может причину сделать, якобы, что глаза попали. Когда они отлучились от поединка, вот в это время дается шанс немножко, чтобы это, в глаза, это вредно же. Песок когда готовы? Бой! Давай! Поработай! Ажиотаж повыше, друзья, побеждайте бойца! Спины очень устали. Идет очень тяжелый поединок. Здесь идет мощный бойцовский дух. Добивает лаутики. Поединок очень неприятно ходить по песку. Кто не верит, потом можете походить, попрыгать. Петр Новгородов показывает какое-то шоу. Работаем активно! Атакуем! Какая палочка была! Очень мощный дышащий прием пошел! Опаснейший прием! Давление на шею! Идет добивание сверху. Стойка! Стали в стойку! Смотрим друг на друга! Бой!
Вот так, аплодируем бойца! Ребята очень сильно устали. Сегодня 29 градусов. Очень тепло. А когда еще дерешься, это практически как на сенокосе у нас. Хочется полежать в тени. Работаем, 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 не разговариваем! Видно, бойцы устали, была бы какая-нибудь силушка. Да, второе дыхание! Более реальный подход к поединкам, где реально спортсмены могут друг другом почувствовать. Встретились два богатыря на поле и дерутся. Верятся силами. Работаем врагом. Работаем, работаем, работаем! Атакуем! Кто-то все равно первый больше станет, кто-то и проиграет! Кто-то все равно первый станет! Кто-то все равно первый станет и проиграет! От усталости! Поэтому здесь большой роль играет характер! Очень тяжелый поединок! Мы все равно продолжаем работать. В некоторых правилах по полам считается лоу-кик и так далее. Но здесь роль никакой не играет. Ни лоу-кик, ни что. Главное, один должен сдаться. Либо упасть. Или упасть. Рикейн. Мощные удары носят. Молоточные удары. И скинувшим бойцам это доставляет сложность. И колено. Пошла колено. Здесь все равно кто-то устанет. Очень тяжело, поверьте мне, прыгать и драться в таких песках, где постоянно песок брызгает. Давай, давай, давай. Посмотрите, очень устали. Вперед, вперед, надо поединок делать. От вашей поддержки зависит так, как они себя ведут на ринге. Так что похлопаем бойцам нашим. Еще! Работаем, работаем, работаем! Нет, нет, ребят! Еще шире, шире, шире! Это уже 30, а еще много дыхания у ребят остановится. 8, 8 минут примерно уже ребята дерутся. Чем интересно в песках, а если кровь будет, ее можно просто прикрыть песком. Здесь материал швабра не надо, как в ринге. Федор показывает шоу. У нас киргизский брат тоже дерется жестко. Не сдается. Очень тяжелый поединок, оба устали, очень сильно устали. Давим, давим друг друга, кто-то все равно первым должен устать. Кто-то по-любому должен первым устать. Представьте, это поединок. Очень сильно устали соперники. Люди, это двигается, что? Люди, это двигается. Никакого дыхания нет, но все равно они дерутся. Вот это называется ноль работы, друзья. Кто так долго дерется, они по-любому так устают сильно, что им очень тяжело. И практически без большого удара-то уже нету. Потому что ребята устали физически очень. Работаем! Атакуем! Работаем!
Кто первый сломается, кто первый встанет? Здесь характер показывает. Очень сложно биться, видно по ним. Глаза! Они просто не делают горизонтальное положение, а потом будут прижаться от них. Глаза моем! Все в центр! Бойцы поворачиваем, бойцы смотрим! Ты снимаешь? Хорошо, рядом наша любимая река Лена, где можно окунуться именно бойцам после такого боя. Смотрим! Поворачиваемся! Приготовились! Смотрим сюда! Все, передохнули, бойцы, с поддержкой, мы поехали! Бой! Начали, начали! По всем! Деремся! Работаем, работаем, ребята, очень сильно устали! Мы думаем, как атаковать, как сделать, что сделать! Поверьте, ребята, очень усталость, очень большая здесь! Работаем, работаем, работаем! Друг друга зовут! Работаем, работаем! Эту историю как победитель. Атакуем! Не стоим! Не стоим, работаем! Работаем! Каждый из вас очень тяжело устал! Каждый из вас! Каждый из вас очень тяжело! Пах, осторожно, пах, закидаем! Видно? Нога еле поднимается. Нормально, нормально, работаем, работаем. Работаем, работаем. Очень тяжелый поединок. Очень тяжелый поединок. Успели очень сильно устали. Я еще раз говорю, здесь нет больше баллов. Есть кто первый устанет, кто первый упадет, кто не сможет продолжить поединок. Кто первый сдастся, тот и проиграет. Спасибо.
очень сильно усталые. Кто-то хочет из них выиграть. Он окружается. Чем отличается стрелка? Тем, что здесь очень долго можно драться. Реальный поединок, реальный бой. Если человек хочет кого-то выиграть, продолжение времени поединка очень долго бывает. Если равные соперники, поэтому здесь очень тяжело. Вы своими глазами видите, как оба спортсмена очень сильно устали, но они все равно дерутся. Я думаю, вряд ли будет такое, что кто-то просто кто-то из них сдастся. Тут либо кто-то упадет, либо обвиняется ничего. Да-да-да, кто-то все равно от усталости упадет. От усталости. Очень много мне подсказывают по-разному. Если сейчас они тут и не решатся, то еще раз поддерживаем, видим до конца, давай! Пах, ребят, пах! Он же в пах, блин! Оба спортсмена очень сильно устали. Очень тяжелый удар. Оба спортсмена. В этом перестрелке заключается, что бои могут быть вот такие. Это раньше. Бокс примерно таким углом. Люди часами боксировали, если вы посмотрите историю бокса. Люди дрались часами, с обеда начинали, где-то ужин заканчивали. В боксе так и было. Поэтому сейчас стрелка, она и похожа на это, очень тяжело. Ребят, готовы до ужина здесь? Работаем, 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 работаем! Готовы до ужина здесь? Кто-то первый сумка останется. Кто хочет? Очень тяжелый удар друг друга бьет. Но у нас и соперники. Работаем, работаем, работаем! Сейчас кто-то все равно устанет. Кто-то первый начнет проигрывать. Когда соперник устается, наносить удары коленами очень тоже тяжело. И пресло. Не двигаться, их поднимаем в стойку. Поединок начинается со стойки. Встали! Смотрим друг на друга! Готовились! Бой! В этом-то и заключается поединок. Очень тяжелый поединок. Смотрите, какой удар!
бойцы собрали силы. Но очень тяжелый. Не, никто не будет сдаваться. Говорит, сдавайся. А он говорит, не хочу сдаваться. Давай, победу, ничего. Вспомните моменты, как вы тренировались там, как Рокки там. Вспомните, закрой глаза там. Есть, когда человек устает физически, конечно, и так. Как в фильме, что долго драться, это очень тяжело. Со всех сил, изо всех сил. Поэтому остаются только вот такие мощнейшие удары. Застойте, застойте, начинаем. Готовились? Бой! Глаза, глаза, прикрыть! Все! Сами... На середину, на середину! Сами себе устроили, да? Небольшой перерыв. Сюда, идем, сюда! Центр, центр! Бой! Все равно не такой. Бой! Все, 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 хватит! Бой, бой, бой! Бой! Идем, идем! Я думал, они оба победители, здесь нет проигравшего. Здесь нет победителя. Очень зрелищный бой. Очень зрелищный. Ну давай, Федя. Мужской бой. Дружище, ты разговаривать можешь? Скажи что-нибудь, как тебе больно, как тебе сегодняшний день? Молодец. Надолго ли ты это запомнишь? Я думаю, мы все это надолго запомним. Я думал, с такой поддержкой на своей родной земле я выиграю достойно. Твои слова доказывают, что вы настоящий мужчина. Молодец, вообще. Скажи что-нибудь. Молодец. Молодец. Скажи что-нибудь про своего оппонента, как он дрался. Боец, боец. Спасибо всем. Спасибо. Достойный поединок. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Еще вернетесь на стрелку. Еще вернешься на стрелку. Еще вернуться обязательно. В следующий раз.